купе, їде в купе молоденький семінаріст такий, і такий вже в роках єврей. Він такий їде в купе, і єврей питає. Каже, ну, а взагалі, ну, яка в тебе там можливість, ну, кар'єрного росту? Каже, ну, от я зараз от закінчу от, ну, семінарію, а потім можу поступити в академію. І що далі? Ну, далі я стану, ну, висвічусь на священника. Ну, ну, якщо я там, ну, буду добре там себе почувати, можу стати, ну, єпископом. Це і все. Ну як, ну, єпископом, ну, кардиналом, ну, папою римською. Що, і все. Ну так не Богом же. Знаєш, а у нас один хлопчик от зміг. На пероні стоїть поїзд Київ-Одеса. Заходить молодий чоловік в купе, а там старий єврей вже стелить себе постель. Сели. Поезд тронулся, молодой человек говорит, вы не подскажете, который час? И еврей, ничего не говоря, как будто ничего не происходит, ложится и засыпает. Ответа он не дождался. Утро, проводница бежит по всем купе, стучит. Подъем, подъем, подъезжаем, 6 утра. Еврей проснулся и говорит, молодой человек, я вам скажу, сколько времени. 6 утра. Он говорит, так что же вы мне вчера не сказали? Ой, понимаете... Если бы я вам ответил вчера, у нас бы завязался разговор. И, наверное, вы бы сказали, что вам негде остановиться. Вы бы приехали ко мне в дом. А у меня дочка на выданье. Вы бы ее совратили. И вы, она бы забеременела. И пришлось бы вам на ней жениться. И у меня был бы такой зять. Говорит, так что плохого, если бы я стал вашим зятем? Я и подумал, а нахрена мне такой зять, у которого даже нет часов? Старый еврей приходит в нотариус и спрашивает, скажите, пожалуйста, а я могу здесь оформить свое завещание? Да, конечно, конечно, может. Клерк сразу обрадовался, вот пришел, ему, значит, там процентик отвалит, все как полагается. Тот сидит, что-то пишет, 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 раз смял, выбросил. Простите, пожалуйста, дайте, пожалуйста, еще один бланк. Тут раз, тут заполняет, заполняет, полчаса сидит, сидит, сидит. Смял, выбросил что-то. Да, а можно еще один? Еще один взял, пишет, пишет, пишет. Извините, пожалуйста, а слово «никому ничего» пишется раздельно? Два старых еврея на лавочке сидят, голубей кормят там. И один говорит, Хайм Львович, вы помните ту Сарочку-телефонисточку? Говорит, конечно, помню, это была прекрасная, красивая девушка на весь район, вы что? Так я вам хочу сказать, Хайм Львович, что у меня Сарочка-телефонисточка был роман. Что вы так смотрите, вы что, мне не верите? Я вам скажу, мы с ней ходили у театры, в кино, кушали мороженое. Я вам больше скажу, у меня было по 3 палки секса в день с ней. Вот я вижу, вы мне не... Вот что вы, что вам не... Вы что, не верите, что у меня был роман? Нет, почему? Может, и был. Вы что, не верите, что мы ходили у театры, у кино? Ну, почему? Может, и ходили. Вы что, не верите, что у меня было по 3 палки секса в день? Все возможно, может, и было. А что ж вы тогда не верите? Я не верю, что это была Сарочка-телефонисточка. А почему? Ну, потому что когда у вас стояли, что телефонов не было. Две десятки сидят, значит, ну, чем нарадоваться надо? Только своими детьми. И чем же поделиться радостью только своими детьми? Одна говорит, Фирочка, вы знаете, ну, я знаю, что у вас Абрамчик маленький, но он замечательный, человек замечательный. Но мой Семочка, это рядом с ним, это просто золотко. Я не хочу вас обидеть ни в коем случае. Но послушайте, я просто расскажу. Семочка начал учиться вообще читать. Он научился читать в 3 года, а в 4 он уже научился читать на иврите справа налево. Это еще не все. Когда он начал играть на скрипочку, да, так это вообще вся Одесса заслушалась. Семочка, принеси домашний баллон.
стаканчик водички. Да, придите. Значит, он начал играть на скрипочку, вся Одесса заслушалась. Боже мой! А когда он влюбился первый раз, в Ривочку в 8 лет, он начал писать такие стихи, начал ей под балконом читать, так собирались толпы соседей, все слушали, плакали. Семочка, принеси, я спросила маме стаканчик водички. А потом он пошел в школу, в 6 лет, а уже в 10 он ее закончил экстерном, потому что он все знал, предметы, даже лучше, чем учителя. Семочка, я тебя просила принести стаканчик водички. Семочка, как это не носильщик? А трепер с Дерибасовска носить? Так ты носильщик, мерзавец. Соседка Боречка, а вы можете мне вот это поремонтувати розеточку? Каже старочка дорогая, ну у вас же Фімочка є. Хай вам Фіма поремонтує розетку. Ні, Фіма не може, там електричество його вбити може.